Наверное, я надеюсь, понимаете? Давайте мы выпьем за всех, за вас, за нашу встречу. Ну как у нас в гидрологии в Киеве? Взяли всех! Завтрак готовить. На меня зло разобрало. Ну что, говорю, гады, повеселились? Вот весь этот заказ. Была какая-то вот незащищенная доброта в нем. Вот он говорил, он мог вот... Ты скажешь грубое слово, он вроде как раз, а ему это не нравится. Вот ругательство мне ужасно не нравилось, и ему тоже. Даже не на него направленное? Вот. Даже не на него направленное. Вот кто-то начнет ругаться нецензурно, он так... Я тогда нам помогал, ну, чем мог, иногда добрым словом. Другого не надо было. Иногда 15 минут тебе уделит, вот, все. Вот это было самое главное из того, что вот вложилось в нас. Сергей Викторович Шмидта, по-моему, вспоминали. Вот. Я ехала 5 суток и попала в поезд с одной женщиной-гидрологом, которая мне 5 дней лечила меня в гидрологии. И четко рассказывала, как это замечательно и как. И я так раздумала, ну ладно. Но мы попытались, то есть на какую-то ветку, конечно, мы забрались. Чуть-чуть повыше. Смысл-то и тем не менее, там же в любом случае можно что-то какой-то просвет увидеть. Речка же не... Где-то на перроне паровоз идем. Говорю, да, да. О, Ивановский. Марина Галей. Марина Галей, Бухарин. А это наш Наташа. Вы такие молодцы. Ты тоже молодец. И встречайтесь. Я просто поражена. Хорошо. Всем пока. Счастливой дороги. Ну пока. И болезнь. Спасибо вам большое. Да, я ухожу. До свидания. Увидимся. Так было здорово. Так было здорово. Габрик, дай тебя обниму. Пусть меня уже фотографируют. С вами мы вообще как будто каждый раз приезжайте. Через 5 лет. Через 5 лет? Через 5. А может раньше? Кто знает? Может раньше? Ой, хорошо она вот. Так, вот 7-й троллейбус, где он здесь останавливается? Подаст этот дрон? Ну, не знаю, куда он? Все счастливо. Мимо обслужитель. Ну, еще погуляем там завтра. Даже обещать ничего не нужно. В общем-то немало, а есть что вспомнить, есть чего забыть. Да, добирался даже до Ямала и видел то, что не может быть. В Ростове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А в Питере пить.
Питере пить, в Питере пить, в Питере-пить. Не супа!